семью сына британского лорда бросили. На берегу Африки не поможешь, предали. Мать умерла, отец убит обезьянами дикими. Они забрали малыша с громкими криками. У обезьян красивый сероглазый мальчик рос. Названный Тарзаном, он значительно подрос. Мамкой была сердобольная, заботливая обезьяна Кала. Вырастила атлета обезьяньего разлива и развала. Тарзана, его высоконравственность, любовь к девушке по имени Джейн, сдержанность, благородство и щедрость не в сравнении людской горечи. Его не мучили сомнения, какие-либо угрызения совести.